попало в библиотеку недавно. Вернемося на робочу, з робочу на рівні. Гатять, на жаль, крупнокаліберними снарядами. Це гради, це смерчі, ну і все таке інше. Опять обстріляли центр міста. На жаль, вчора загинула людина у нас, чоловік місцевий, і жіночка поранена. Все, давай тоді, наберете. А це вже ні туалета, ні. А что тут хозяин мой муж? Нет, тому... Потяни вниз рівненько, вот так, голову приложи и забыл. Мы уже крышу свою в это 5 раз рихтовали, но мы не вызывали, мы все это... Ворота, мы приехали, не было ни ворот, ни заборов, сюда прилетел был снаряд. Тут причина был, вылетел все в это, а это уже попало непосредственно именно в дом. Это 3-й раз уже придет сюда. На старость лет разве может такое что быть? Вот как жить дальше? Вообще жить, будущего вообще нет у людей. Так что очень печально, очень страшно. Я говорю, остаться на старости лет вообще ни с чем. Ну, можно все тут овощи. Тянем рівненько, натягуємо. Подожди, дай я оттуда пробью и поравняю.